Привет, друзья! С вами Олег и его друг Олег. Сегодня мы покажем вам необычные скалы Тарактаж. И в стандартной бы ситуации приехали бы к водопаду Учансу и покорили бы Тарактажскую тропу снизу вверх, а затем сверху вниз. Но так как периодически нас смотрят люди, которые планируют посетить пройденные нами маршруты, да еще и с детьми, то сегодняшний наш поход будет намного проще, ведь подъем на Айпетринскую Яйлу мы совершим по канатной дороге. Эта канатная дорога построена в 1987 году протяженностью почти 3 километра. Представляет она из себя два отрезка. Первый соединяет поселок Мисхор и среднюю станцию канатной дороги. Посетителей поднимают на высоту 391 метр над уровнем моря. Второй же участок внесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый длинный безопорный участок канатной дороги на территории Европы. Стальной трос протяженностью 1671 метр соединяет среднюю станцию канатной дороги с вершиной горы Айпетри. Посетителей поднимают на высоту 1153 метра под углом 46 градусов. Пройдя 2,5 километра по асфальтированной дороге от канатки, доходим до пересечения с автомобильной дороги Ялта-Сокалиная. В этом месте мы повернули направо, пройдем 25-30 метров до поворота и здесь сворачиваем налево на грунтовую дорогу и идем в сторону кордона Айпетри. Зайдя в кордон Айпетри, но не доходя дома лесника, поворачиваем направо. В итоге 1 километр пути по грунтовой дороге вы дойдете до этого не самого очевидного перекрестка. Чтобы его запомнить, посмотрите, с правой стороны находится ложбина и внизу руины древней стены. Вот в этом месте поворачиваем направо на узенькую вот эту вот тропиночку и движемся в сторону Тарактажской тропы. Этот путь будет в дальнейшем промаркирован. Заблудиться дальше будет сложно. Есть один способ, как засушить краба, чтобы он при этом не завонял всю квартиру. Находите вот такой вот муравейник в лесу, ложите краба туда, муравьи его объедают, а вы вытаскиваете скелет. Фу, ай, укусил!
Мне очень нравится, что природные достопримечательности в Крыму называются на греческом и на тюркских языках. Это придает какой-то необычности или загадочности. К примеру, скалы Таракташ звучат очень интересно, но по факту переводятся как каменный гребень. Образовалась эта скала несколько миллионов лет назад. Это древний окаменелый коралловый риф, который со временем откололся от главной гряды и съехал на 100 метров ниже. Как по мне, это одни из самых необычных скал, которые я видел в Крыму. Мы уже спускаемся по Таракташской тропе и идем в непосредственной близости к скалам Таракташ. В некоторых путеводителях его называют как петушиный гребень, хотя, как по мне, это очень-очень-очень длинный слоеный пирог Наполеон с огромным количеством слоев. А вот это место называется форточка Вьюбыка. Пойдемте посмотрим, почему. Ох. Но не знаю, как форточка на Вьюбыка. Но форточка в Ялту точно. Обалдеть. Вся Ялта как на ладони. Протяженность Таракташской тропы составляет 3,5 километра с подъемом высоты 650 метров. Местами дорога очень крутая, и в таких местах установлены вот такие перила. Но в любом случае, если вы, скажем так, не сильны физически или путешествуете с детьми, то я рекомендую вам покорять этот горный маршрут, спускаясь с него, а не поднимаясь. Иначе на полпути вы можете остановиться и не увидеть этой красоты. Когда мы покоряли Большой каньон, я рассказывал о ядовитом растении тис ягодный. Но он ни в какое сравнение идет с тем растением, о котором я вам сегодня расскажу. Обратите внимание на этот цветок, внимательно запомните, как он выглядит. Это самое ядовитое растение Крыма. Называется это ясенец или купина неопалимая. Во время лесных пожаров, не лесных, вот допустим, когда вот эта вот сухая трава будет гореть, полоса огня будет ровно проходить, оставляя за собой черную копоть. Так вот, проходя через это растение, гореть будет не само растение, а эфирные пары, которые его окружают. Тем самым растение останется нетронутым. В итоге горящая полоса полностью уйдет, здесь будет черная поляна и цвести этот цветок. Чем он ядовитый? Если вы к нему прикоснетесь, то вот эти эфирные пары оставят у вас химический ожог. Причем этот химический ожог проявится только через 5-10 часов, а проходить волдыри будут, ну вернее уже не волдыри, а шрамы, около года. Если вы все-таки увидели, что ваш ребенок сорвал вот такой цветок и с ним бежит, как можно быстрее вымывайте руки. Желательно это делать, конечно, с мылом, но в дикой природе нигде вы мыло не найдете. Когда спуститесь к ближайшей там, заправке, к магазину, сразу же ищите мыло и хорошенько вымывайте эти поверхности. Ну, а дальше, я думаю, пенталгин вам в помощь. Практически в самом конце спуска по Таракташской тропе находится каптаж родника. Вот он находится. Он закрыт, я надеюсь, не на ключ. Нет, не на ключ. Так. Напор воды это хороший. Но раньше здесь еще была бутылка, которая наливала. Все, ладно, возьмем свою. Придется немного полазить. Ты меня тут только не закрой. Чистенькая, родниковая.
А какая холодная. А, отлично. Ну, теперь можно налегке вниз. Возле этой лавочки заканчивается тропа, которую мы вам сегодня показали. Если у вас остались силы и есть время, поворачивайте налево и покоряйте Штангеевскую и Боткинскую тропу. Если сил уже нет, поворачивайте направо и спускайтесь к водопаду Учансу. Так как на Боткинской тропе мы уже были, то мы спускаемся к водопаду Учансу. Но для начала покажем вам смотровую площадку, о которой забыли в прошлый раз, когда выкладывали ролик о Боткинской тропе. Дойдя до реки, необходимо повернуть направо и двигаться вниз по течению до этого уступа. Это самая высшая точка водопада Учансу, самого высокого в Крыму, высотой около 100 метров. Именно с этого места во время таяния снегов огромный шумный поток воды срывается вниз, который виден практически со всех уголков Ялты. В Ялту мы приехали на автомобиле и припарковали его возле зоопарка «Сказка». Затем на автобусе за 40 рублей доехали до поселка Мисхор. По канатной дороге поднялись на вершину горы Петри. Дальнейшее путешествие наше вы увидели. В итоге мы стоим возле водопада Учансу. И чтобы добраться до зоопарка «Сказка», где припаркован автомобиль, необходимо здесь свернуть в лес, дойти до реки и идти вдоль ее берегов вниз по течению. Минут через 30-35 будем в машине. С вами была команда «Крым удивляет». До следующей недели. Всем пока. Пока.